Здравствуйте, уважаемые зрители Нейромир ТВ. В эфире очередной выпуск программы «Национальный вопрос» в студии Максим Калашников, писатель-фотуролог, представитель «Родины здравого смысла» и сопредседатель движения «Народный собор» Владимир Хомяков. Итак, товарищи и друзья, что же сказал МАУ? Никто сказал МЯУ, а что сказал МАУ? Дело в том, что на минувшей неделе состоялось судьбоносное событие Владимир Владимирович, Путин, небезызвестный, вам собрал совещание лучших экономистов, как он назвал, страны, посвященные проблеме. А что же делать с так называемым планом Путина или той самой стратегии 2020, 2020 которая приказала долго жить с началом кризиса? Итак, мы выяснилось, и тут во время заседания выяснилось, устами, собственно говоря, Ректор Академии управления Владимира Мау. А не, а не Они давали мау Цзунду, как Нет, могло бы показаться Цзундуна. на первый взгляд. Да. Вот. Итак, ректор Российской Академии народного хозяйства и госслужбы Владимир Мау признался в том, что происходящий сейчас огромный вызов экспертному сообществу, и что сейчас вообще везде в мире идет поиск новой модели роста. Все ищут новые теории развития экономики, сообщил он, кто их найдет раньше, получит фору. Надеюсь, что это сделаем мы, то есть таким образом переведем это на русский язык. Та ублюдочная модель либерально монетарная модель, то есть доведенный до своего логического завершения капитализм и рыночный там строй, как они называют, на самом деле не капитализм, дошел до точки будущего у него нет. Причем не только в России, но и во всем во остальном всем мире, России. во всех так называемых развитых странах. Это уже признано. И не только там, но и что удивительно здесь. Вот. И таким образом не прошло и 20 лет, как э, товарищ Мау, а также приснувший к нему э, э, ректор высшей секторы или высшей школы, но ну, все высшей сектор экономики Ярослав Кузьминов это признали. Э, то есть то, что вот, нам было понятно 20 лет назад, до них дошло ну, как до жирафов вот, 4-5 спустя. Дошло же до них недавно то, что стране нельзя жить без государственной идеологии, и нужны какие-то ценности. Так что прозрение наступает. Беда, что с 20-летним опозданием? 20 лет вычеркнуто из истории России. Но, но дело в том, да, эти господа вычеркнули 20 лет из нашей истории. Осуществление их совершенно убийственного курса стоило нам половины территории страны, половины населения, ну а также, как минимум, 10 миллионов жертв. Российской Федерации и население Российской Федерации сейчас официально 141,9 миллиона человек. А вот в 1992 году оно еще было 152 миллиона, несмотря на то, что несколько миллионов человек приехало сюда из Средней Азии, просто бежали. Ну да, говоря о цифре 141 миллион, мы говорим именно о населении, а не о народе. Поскольку, да. если считать потери непосредственно русского, допустим, большинства, то цифра будет гораздо более сокрушительнее, чем 10 миллионов за последние 15 лет. Цифра, очевидно, будет миллионов 15-20. Да, можно сказать, что это сопоставимо с потерями от Великой Отечественной. Никакие И существенно там... превосходит потери в Первой мировой войне. Ну что же... Что же такое господин Мао? Это, конечно, славный сын джедайского племени. О его умственном уровне могу вам поведать свое личное воспоминание. В 1997 году Владимир Мау, вот он так немножечко такой очень симпатичный, похож на Чарльза Чаплина, он заявлял о том, что вот это вот хорошо, что у нас закрывается промышленность, э, все, мы же идем в путь индустриальной в будущее, как и Запад. То есть этот э, деятель объявлял нашу деградацию, скатывание в дикость, в доиндустриальную эпоху, продвижение вперед. И вот теперь эти люди будут заведовать нашим будущим. Дело в том, что э, есть одна... Ключевая загвоздка. Эти люди ⁇ это капиталистические зомби. Они зомбированы вот западным представлением, о западном, западными теориями о капитализме. И они никак не могут представить то, что следующая модель роста, она будет уже не капиталистическое. Дело в том, что для этого придется сменить и общество, и только экономику, но и общество. Главное, общественные отношения да, и общественные... самого принцип развития придется менять. Они это не могут понять, потому что у них, как в том э, анекдоте про прапорщика, значит, первая статья, либерализм хорош, если либерализм плох, смотри Ведь... статью да. первая. Вот именно так. Дело в том, что получается, что ес, если мы поручаем этим людям разработать стратегию 2020 новую, то это все равно, что поручать денацификацию Германии, например, Генриху Гитлера. Вот, тем более, что если возвращаться к вопросу о их интеллектуальном уровне, сами думать они не умеют, они все время ждут, что с Запада придет некто, кто им что-то подскажет. И вот я цитирую статью из Коммерсанта, где мессия сообщается, да, Замолданин, вот, мессия. Мышах, не знаю. да, да, сейчас кого кого не приглашает нам Владимир создавать русское будущее, Очень с кем интересно. советоваться? Итак, сейчас мы уже имеем предварительные договоренности с лордом Майклом Барбером. Это крупнейший реформатор в Великобритании. С лауреатом Нобелевской премии Эриком Маскином. С Мануэлем Кастельсом, создателем теории информационного общества и рядом других выдающихся экономистов и организаторов экономической политики. Это не Мау, говорит, в данном случае, товарищ Кузьминов. Таким образом, нам приглашают нас реформировать некого британца Майкла Барбера, крупнейший реформатор, которого все, конечно, очень слышали. Максим, но давайте вспомним, что э, те самые реформы, которые мы часто поминаем таким э, недобрым словом начала 90-х, они также проводились не сами по себе, они товарищ Чубайс с Гайдаром отнюдь были их авторами, а сидели вполне конкретные советники от по США, вот, которые буквально э, присылали, получали по Факсу, значит, тексты, нет, тишки, тексты... Нет, они получали тексты указов президента, которые президент просто подписывал. Вот. То есть э, вся, все э, те пагубные реформы, которые погубили фактически э, даже ту часть, которую э, значит, Россия вся включила после Советского Союза, они э, значит, делались именно под иностранным руководством. Сегодня э, ничего нового наши реформаторы не придумали, кроме того, чтобы вместо одних иностранных учителей пригласить других. Ну, это говорит о убогости их мышления. Нам, я думаю, стоит поговорить о том, к чему привела эта 20-летняя политика. Вот возьмем хотя бы недавние заявления японского правительства по поводу Курильских островов. Вот. Конечно, об этом говорили еще и в советские времена японцы, но говорили, скажем честно, значительно смирнее и тише. Теперь же э, речь идет о буквально серьезном нажиме э, и с северных так называемых своих территорий. Э, то бишь пересмотр фактически итогов Второй мировой войны требует открытым текстом сжигая российские флаги, э, устраивая демонстрации и так далее и так далее, э, грозят чуть ли не высадкой на Курильских островах. Да, Владимир, ведь на самом деле получается, что сейчас вокруг Курильских островов э, создается горячая зона, на наших глазах обостряется. А напряженность. Японцы уже позволяют себе действительно наглые шаги, когда один наш руководитель, не только самый там, главный, но и лица там, второго эшелона приезжает на Курилы, они заявляют о том, что это недопустимое, там, вызывающее хамское поведение. Но все равно, что если бы японские руководители приезжали бы на северный остров Хоккайдо, и в Москву бы заявляли о том, что это недопустимое поведение. Но вот что интересно. Еще в 2007 году Сергей Переслегин выпустил книгу «Гильбертова пустыня», где моделировал или прогнозировал войну между Российской Федерацией и Японией на 2012 год. В результате войны, войны в результате которой Япония в том числе отхватывает у Российской Федерации половину Сахалина и Курильские острова. То есть то же самое, что было после русско-японской войны. Да. да. кстати, тогда, заметьте, тоже многие считали такую войну невозможной, по той простой причине, что Россия казалась гигантом сравнительно с Японией. Но что же мы получили? Мы получили сразу не сочетание нескольких факторов, а именно отсутствие должного развития инфраструктуры на Дальнем Востоке, Единственное связующее звено между центральными регионами для снабжения армии и Дальним Востоком это транссибирская магистраль, которая легко было перерезать, что японцы часто с успехом и делали. Через Но этот... Они не перерезали. Нет, не они, перерезали. они пытались взрывать полотно и замедлять движение эшелонов. Они замедляли снабжение, все, что они могли делать. Значит, следующим этапом был тотальный шпионаж, к которому Россия оказалась совершенно не готовой. И четвертый была поддержка внутренней оппозиции, то бишь революционных движений. Не будем забывать, западный, забывать, что забыть. В 1905 году, когда было так называемое восстание в Москве, стреляли в основном из японского оружия. Не будем об этом забывать. Влад... Вот. Да, Владимир, и давайте вспомним, что... Ситуации... Что из этого нельзя, извините, применить сейчас, простите меня, и не будем забывать о том, что, допустим, тот же Тихоокеанский флот Японии, он не то в два, не то в три раза превышает наш Тихоокеанский флот, а по боевым качествам превосходит его многократно. Сахалин практически раздет в военном смысле. После военной реформы, так называемой Сердюковской реформы, боеспособность вооруженных сил близка к нулевой, и, честно говоря, если книга Сергея Переслегина «Гильберта его пустыня» начинает странным образом входить в жизнь. Нет, я не ругаю в данном случае Сергея, он честно поступил, предупреждая об этой опасности, ну, мы тогда, кстати, посмеялись в 2007 году, когда он прогнозировал возможную. Очевидно, господам из компании МАУ и прочей нашей околовластной тусовки, урок не в что называется, в том числе и уроки исторические. И вы знаете, нас в последнее время все больше ориентируют на опасность Востока, говоря о Китае. Забывая, что там есть и другие очень сильные игроки, к которым у нас есть претензии. Котор у которых, точнее, к нам есть претензии. И э, не факт, что э, Россия сможет адекватно реагировать даже на этих игроков, тем более, что за их спиной угадывается силуэт американских авианосцев. И не будем также забывать, что э, там есть горячая точка, Северная и Южная Корея, которая готова вот-вот вспыхнуть и которая, так сказать, отвлечет всех остальных игроков именно туда. Таким образом, э, конфликт из-за каких-то там э, островов будет казаться нечто второстепенным. И Япония сможет mm -hmm. По крайней мере исключать такого такой возможности нельзя. Но тем не менее такой конфликт мог бы лечь в общую стратегию Соединенных Штатов по разжиганию дуги напряженности в Старом Свете, то есть в Евразии, потому что сейчас не секрет, что Соединенные Штаты в очень плохом положении, надо отвлечь внимание своих проблем, а также сбросить кризис во внешний мир. Вот поэтому, в общем, лишний конфликт с Соединенными Штатами не помешает. Да и японская элита это тоже, в общем, некий выход, потому что Япония с 1991 -го года топчется на месте, она в стагнации. Государственный долг в Японии это 10% ВВП, население стареет, они никакого рывка обеспечить не могут, естественно, им надо найти какой-то выход. Но напомню, кстати говоря, книгу Сергея переследгина Гильберта в пустыне. В этой книге, в этой войне, там война сложная, война закурила Сахалин это только одна часть русские так и не решаются применить ядерное оружие для обороны. А вот, хотя есть способы относительно безвредного применения ядерных зарядов. Это высотные взрывы над большими городами, которые выжигают электронику, парализуют страны. Так вот, о чем черт не шутит, сейчас, наверное, на месте российского руководства я бы подумал бы о таком варианте на всякий случай. Некого предупредительного удара по крупным ну, вы знаете... целям высотным, высотным высотным. Я, вряд ли, удары. соглашусь с вами на то, на, по поводу того, что надо наносить какие-то превентивные удары. Не, при, не превентивные, но, значит, на вот, случай... но, в случае, но в случае войны с обычным вооружением мы должны прекрасно давать себе отчет. Россия проиграет любую такую войну любому, любой армии, в том числе и японской на Дальнем Востоке. Это несомненно. Поэтому без применения хотя бы тактического ядерного оружия обеспечить безопасность наших восточных границ невозможно. Да, потому... И очень было бы грамотно сейчас со стороны российского руководства заявить об этом абсолютно недвусмысленно. То есть малейшая попытка применения обычных войны, войны с использованием обычных вооружений, попытка захвата островов должна немедленно вызывать ответ, причем с использованием оружия массового поражения. Только это может удержать сегодня, к сожалению, при нынешнем состоянии почти убитой Сердюковым армии и не только Сердюк, но и не не 20... Сердюков. всем этим 20 и, 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 же, и же с ним, да. Значит, только это может сегодня удержать потенциальных агрессоров от попыток отхватить кусок российской территории. Вот. В принципе, агрессия же бывает не только такая, давайте, не только территориальная, давайте посмотрим на агрессию правовую. Я имею в виду, естественно, последние демарши. Европарламента и его фактически ультиматум России. Война ну, это была, кстати говоря, почти война. Мы напомним нашу. Да это разные компоненты что обычной войны. На самом деле. Недавнее да. заседание Европарламента, которое должно было кончиться осуждением Российской Федерации как авторитарного мафиозного государства и введением санкций против конкретных лиц, вот, собственно говоря, конкретных первых лиц, чиновников, бизнесменов там и политиков. Вот. Оно кончилось, в общем-то, относительно мягко. Вот, неким осуждением, но все-таки санкции против. Не, ну я бы не сказал, не что, я бы не сказал чтобы это кончилось мягко, Вы знаете? Относительно мягко. Если бы нечто подобное, подобное решение принимали, скажем, в отношении сталинского СССР, он бы ни в коем случае не это как не, нечто мягкое. Это было расценено как провокация. Видите, если пуп, пота, тебя порят и порят через раз, это еще не значит, что э, полегчало. Отнюдь не полегчало. Это заявление Евросоюза я лично расцениваю как просто полное вмешательство во внутренние дела России. Ведь что нам ставилось в вину? Во-первых, не такой приговор по делу Ходорковского и Лебнева, на который они рассчитывали. Во-вторых, обижают Немцова и оппозицию. В-третьих, неправильно действуют на Северном Кавказе. Я уже не раз приводил вам пожелания гуманистов западных по поводу того, что там до 18 лет вообще террористов не сажали за убийство людей. Подумаешь. Это как раз когда молодеют банды. Да, ну да, дети бывает. резвятся. Да. А банды молодеют. Кстати. А банды молодеют, естественно. Ну, дети зарабатывают э, на хлеб. Э, Требует от нас э, провести расследование э, значит, убийств э, целого ряда журналистов-правозащитников. Простите меня, э, в России убивают отнюдь не только журналистов-правозащитников, убивают, извините меня, генералов, убивают патриотов. Убивает их э, в отнюдь не меньшем количестве. Однако смерть этих людей ни в, коем, э, ни в коей мере не является предметом заботы западных гуманистов. Вот. Они защищают своих. Защищ... И это дает основание всех, э, так сказать, взятых ими под защиту, относить однозначно к пятой колонии. Фактически к пятой колонии, работающей не на Россию, а работающей против России по западной указке. Самое же страшное, как мне кажется, Максим, это то, что, э, чем именно они грозят. Самое главное, что грозят они тем, что наших чиновников высших не будут пускать на Запад. Вот вы представляете, что если бы, вот я сегодня Сталина напомянул, так скажу. представьте Сталин скажет, а мы вас, Василий Фессарионович, на Запад не пустим. Очень бы это его задело или не очень? Я думаю, что не очень. Но... Да, потому что ему было, в общем-то, глубоко плевать, что о нем думают на Западе. В этом вы знаете, важно ну, вы знаете, Владимир, том, что в стране, Владимир да? ну вот представьте себе такую картину. 40-й год, вот представьте себе такую картину. Сталин едет в Берлин, ну Берлин центр там мод. Его встречает Гитлер, Сталин, восторженно его так обнимает. Они вместе с Гитлером идут в Баварскую пивную. И перед кинокамерами, не телевизионными камерами, Иосиф Виссарионович пьет пиво, картошку ест жареную, сосиски. И получает в подарок да. аппарат телефона, Аппарат, да. Модель. И смотрит свою. И, значит, газеты всего мира помещают фотографию Иосифа Виссарионовича, смотрящий на, на аппарат телефонки. Да. А 90% фильмов в Советском Союзе идут немецкие, а приезжают немецкие актеры. Иосиф Виссарионович, вау, хорошо, кто приехал, везет их, сам везет на машине, показывает им Москву. Дитрих, да. Марле, да. Сама Марлен Дитрих приехала. Или Марик Орек, условно говоря. Вы понимаете, Максим, относиться к Сталину можно, конечно, по-разному. То, что мы говорим, это не говорит о том, что. мы мы значит, пытаемся сделать им какой-то пиар. Исторические личности в пиаре не нуждаются. Речь идет о другом. Само отношение к самодержавности, то есть самодержавность это же у нас в России всегда считалось не обязательно синонимом монархии, это считалось синонимом независимости, политической независимости. Самодержависти, идеологической Да. У, на, у, на, у нас держава, которой мы правим сами. Вот. Так вот, к сожалению, нынешние правители России самодержавности в отношениях с западными партнерами не демонстрируют. Именно поэтому те ведут себя с ними, как с, с нашкодившими мальчишками, которых они могут по своему так сказать, разумению выпороть. Самое интересное, что вот тот список, который значит, чиновников, которых не надо пускать в штаты, ну, очевидно, к их угу. западной собственности и счетам. Автор, одним из авторов его явился наш оппозиционер Борис Немцов, который громогласно об этом заявляет, даже говорит очень интересную фразу: теперь Путин должен понимать, что если и дальше будет так же продолжать, то станет изгоем, как Лукашенко. Вот Александр Георгиевич, наверное, если он прочитал это дело, он посмеялся в голос, потому что ему-то, наверное, тоже ну, он конечно так сказать масштаб, масштаба может и не достигает то есть да? да? но ему тоже я думаю как-то все равно будут его принимать там или не будут потому ну, что опять... его принимал и воспринимал собственный народ к сожалению господин немцов знает по какому больному месту бить очень многие из этой вот публики которые провели и провалили либеральный эксперимент, им важно, как будет воспринимать их на Западе, пустят ли их туда, будут ли с ними здороваться. И ради этого они готовы, ну вот, э, все что угодно, хоть баррелью станцевать с балалайками. Я на самом деле, Владимир, я все-таки хотел, так сказать, поблагодарить бы Бориса Немцова на самом деле. Естественно, Европарламент так и не проголосовал за санкции в отношении конкретных лиц, чтобы не давать им шутки. может быть и зря. А, а вот зря, было. А вот зря, честно говоря, верну, вернувшись к Иосифу Виссарионовичу, вот если бы Иосиф Виссарионович вел себя как Битвин Анатольевич Медведев, то, наверное, бы немецкие танки бы доехали, если бы они 22 июня въехали на нашу территорию, они бы доехали до Москвы, ну, наверное, к августу бы. Ну, вот равно столько, сколько там танку тихоходному доехать до Москвы, сопротивляться бы никто не стал. Просто-напросто в данном случае мы очень здорово увидели не самостоятельность и нынешней, нынешней власти. И в общем некую бутафорскость его патриотизма. Понимаете, в чем дело? Если вы делаете великую Россию, вы не должны бояться потерять визные визы, поскольку ваши интересы должны лишать. В данном случае в России народ подумает, что визы для вас дороже России. Вот. И я очень благодарен Борису Немцову что он сделал так, что вот э, клюв священной птицы жареного петуха, он, конечно, не дошел до священной части тела, но так со свистом пролетел мимо об, филейных частей нашей элиты. Знаете, лишний раз ее ткнули мордой, в стол. И ну показали, что показали, кто да. они. Кто вы такие? Вот вот вы столько лет рвались на запад, дунь рвалась в Европу, э, вот она ставила интересы России выше. То есть, ниже западных, вот она выстилалась наша элита в кавычках тусовка перед ними, а, тебе, а ей указали на свое место. И я очень благодарен Борис Ефимович, огромное спасибо. Чаще бы такие шаги, э, тем чем чаще вы, тем лучше вы будете вести такую работу, тем скорее э, нынешняя элита в кавычках расколется, из нее выделится настоящая элита, которая съест. Предательскую, про западную, шкурную элиту. Потому что возможно, тем, тем, скорее, тем быстрее мы получим Лукашенко. Можем подкинуть э, креативную идею Борису Ефимовичу. Обязательно посоветуйте вашим западным хозяевам. Э, простите друзьям э, арестовать э, зарубежные счета наших элитариев это может очень здорово способствовать э, патриотизации нашей элиты и превращению именно из тусовки в элиту. Да, и мы, Борис Ефимович, вам за это, в общем-то, многое, многое, ну, не забудем, ну, кое-что простим. Так что, Борис Ефимович, в добрый путь. а Тем более, что, в общем-то, ситуация в мире действительно накаляется, нагревается. Да, так к... да, сказать, к слову, о жареном петухе. Да, о жареном петухе, и вот уже скоро в воздухе может прозвучать сакраментальное «Махвуд, поджигай». Почему Потому что Почему Махмуд? Да. Почему Махмуд? Потому что, как вы знаете, Восток действительно заполыхал. Я бы сказал, да. на Восток скорее, а Север Африки. Север Африки, но это, но, Магри... но, это но... Магриб, это Север Африки. Но уже ведь Владимир на Восток переходит. Давайте посмотрим. вот Тунис, Египет, вот уже Ливия. Но это все-таки еще и Магриб и Север Африки. А вот уже и Бахрейн, а вот уже Иракский Курдистан, а вот и Йемен. А вот уже Иран. Да, вот уже Иран. Причем абсолютно звучит наглое и бесцеремонное выступление Хиллари Клинтон, которое практически ставит иранскому руководству ультиматум. Если не хотите получить то, что получил Мубарак, подумайте, крепко подумайте. Мы прекрасно понимаем, что многие режимы, которые вот оказались сегодня жертвами революции, народных выступлений и так далее, они мягко говоря не симпатичные, вот. Однако они национальные. Но ну вот куда куда ни кинь. Даже э, свергнутый Мубарак, который ну которого который являлся, извините, едва ли не самым э, большим любителем Соединенных Штатов и Израиля на Ближнем Востоке. Вот, сегодня он свергнут. И это очень хороший, на самом деле, сигнальчик нашим элитариям. Потому что если сдают таких э, верных псов, как Мубарак... А уж вас-то тем более. А то, то вас-то уж дадут тем более. Давайте вспомним других, кого сдали. Вспомните иранского шаха. Вспомните, ну, например... эдуарда Шаварнадзе. А также Пиночета, которого в Пиночета. говорят, то, который под, под, под конец жизни да. попал под суд. Да что уж там. Вспомним Саддама Хусейна, который очень рвался дружить с Западом и надеялся на милосердие Запада до самого последнего момента. А когда уже буквально да. петлю надевали. А филиппинский Маркос, э, диктатор, который э, выстилался перед Соединенным Штатом, филиппинский диктатор. И все они на были хорошими, но в конце концов вдруг внезапно случилось, так называемая народная революция. Она была поддержана бывшими хозяевами этого самого диктатора. Диктаторам пожертвовали. И, как всегда, как правило, точнее, в результате получили, ну, скажем, некоторые политические выгоды. Ну, вот в Иране немножко не получилось с Шахом. Да? После этого пришел к власти немножко не проамериканский режим. Так, получилось, так случилось. Именно поэтому, наверное, Иран сегодня является главной, я думаю, мишенью, по крайней мере, в Евразии. Вот. Но это не значит, что это последняя мишень, как только э, все вот это вот дело закрутится более серьезно. Я думаю, что перекинется в подбрюшье России, в Среднюю Азию и в Турцию. В Турцию, и в Турцию обязательно. И в Среднюю Азию. И то, но все делается на самом деле элементарно. Сейчас вот мы уже знаем, что в Иракском Курдистане протесты. Протесты очень среди курдов часто переходят в террористические акты, в и стрель... борьбу и так далее. Вооруженная борьба. Как только Иракский Курдистан сможет отколоться, а это неминуемо произойдет, как только войска США в середине этого года будут оттуда выведены. Вот. Это означает, что возникнет суверенное государство Кыргызстан с нефтью в Геркуке. То есть с некоторой материальной базой, которая тут же вызовет волнение в турецком Кыргызстане которые пожелают создать единое государство Кургистан, а курдов на минуточку 30 миллионов в мире живет. Это едва ли не самый большой народ, лишенный государственности. Если, конечно, не считают русских, Русские, которые да. де-факто лишены государственности. Ну, я имею юридически. Курды лиш... – самый крупный народ, который лишен государственности. Будет попытка восстановить, будет дестабилизация в Турции. Кроме того, курды живут частично в Иране. Вот это переконница на Иран. Иранские шииты значит, поддержат шиитов в Ираке. Произойдет раскол Ирака и понесется, понесется, понесется. Я же не говорю об Афганистане, из которого тоже американцы собрались уходить, как только они оттуда выйдут. Наркобороны перегорутся, прошу ими. Это будет еще один, да. это уже будет «Авпак». ПАК это будет огромный котел напряженности. Нет, котел... просто дальше что будет? Я просто смотрю. Дальше просто на пути развития конфликта лежит Средняя Азия. Ну, мы не говорим про Туркмению и Таджикистан, их только ленивый не подожжет. Достаточно патронов подвести. А там уже Оренбург, ребята. Да, Киргизия не забудем, да. Ну, единственное, там более-менее устойчиво сидит местный эмир Бухарский, это господин Каримов. Но ведь Кариба можно подобрать ключи. Вспомним, как купили генералитет Саддама. Точно так же могут купить и узбекский генералитет. Я думаю, это дешевле, обойдется дешевле. существенно дороже. Дешевле. дешевле, извините, существенно дешевле. Ну, а дальше все. Назарбаев и Россия. Вот, я и, бы и, тоже посмотрел бы на, вопрос, на этот вопрос именно с точки зрения политики Соединенных Штатов. Не только. Я бы, я бы не говорил о от запада, Штатах, от запада, скорее от транснациональная элита, да. которая стоит за политикой. А на самом деле, ША это давно только штаб-квартира. Для нее во многом уже. вот. Вы знаете, Штаты уже чуть ли не в открытую хлопают в ладоши и говорят: это же мы в египте все устроили. Уже не секрет, что были инструкции, тренинги. Вот для этой интернет, так называемой революции, или революции пирамид, которая делалась с помощью интернета, твиттеров и прочего. Вот. Теперь штаты уже не скрывают, что они, вот, было сообщение буквально на днях, что Госдеп США выделяет, ну, остигнует 25 миллионов долларов на поддержку оппозиционных блогеров в странах вот этого третьего мира, на хинди, там, на русском, будет твиттер у них там еще что-то такое. То есть они уже открыто признают, что они через с помощью новых технологий взрывают. С помощью интернет-технологий. Да. Я, я напомню, что один из менеджеров Гугла, известный поисковой системе, он организовал специальную страницу в Facebook против режима Мубарака. То есть, э технологии использовались на полную. Иначе господин Обама, видно, хочет искать лавры да. президента, президента интернета. Интернет-революция. Да. да, ну, если он будет, так сказать, королем интернета, то, очевидно, принц у нас, значит, мы принца вырастем на месте, на Твиттере. У нас, на и, твиттере. Но у нас, у нас, кстати, президент младший, он же тоже на Твиттере помеш... помешан, помешан. Да. помешан. К сожалению, это, это, все это может здорово, значит, отозваться именно на его власти, поскольку компьютеризированно, все-таки Россия, несмотря на свое нынешнее Убожество существенно лучше, чем Северная Африка. Вот и поэтому я думаю, что запустить механизмы дестабилизации через интернет-технологии не составит особого труда. Ведь заметьте, вот чисто технологически берется режим, который плох. Он не крепкий режим. Почему в Иране это получается хуже всего? Да потому что там режим-то на самом деле, во-первых, он религиозный, во-вторых, за ним стоит религиозный лидер, во-вторых, президенты там все-таки меняются, они больше двух сроков не сидят. Да. То есть там вполне демократичная страна, там э, очень э, хорошо развиты гражданские институты, например. Там будет труднее. Там будет гораздо труднее. Нам Я думаю, труднее. что Иран приберегли на закуску в такому случаю, Вот. А вот что касается режима типа египетского, то там понятно совершенно, что э, режим коррумпирован, ничего не напоминает, э, что вся власть принадлежит вполне конкретному клану, доступ в который значит, запрещен, что ликвидированы фактически социальные лифты, что абсолютное большинство населения живет в бедности. И кстати, как очень интересную деталь, такую сообщили. Наш турист очень любит бывать в Египте. Оказывается, местному населению, чтобы попасть в прибрежную полосу, где отдыхают иностранные туристы, нужно специальное разрешение, заявку подавать. Очень интересно тогда. Сапожники без сапог. Было от чего, собственно, обидеться. Ну, вот, ну, так, вы? Вот, так вот, берется вот это вот самое... Березки э, посади, да, и перепутать же можно. Да. Перспективный перспективный вот этот вот райончик. вот И вбрасывается через интернет. Ребята, давайте свалим этих уродов. Да, помогите. Запад нам поможет. И товарищи поднимаются и начинают валить уроду Только в результате на смену могут прийти э, совсем другие личности, которые не факт, что будут лучше. Давайте вспомним, что, допустим, такая интересная организация, как братья-мусульмане, создавали в 20-х 20 годах прошлого столетия британскими спецслужбами, да, и э, впоследствии проданы американцам, американской разведке. Вот. А сейчас Сорос и Бжезинский, два теоретика главных Запада, они прямо высказываются в их поддержку. Поддержку братьев мусульман, экстремистской организации. Вот. Причем, э, идея главная Бжезинского это прочный союз между США и радикальным исламизмом. А Бжезинский для нынешнего президента Обамы является абсолютным авторитетом, чтобы не сказать, гуру. Вот. вот к чему мы приходим. Очень интересное сочетание: тот самый воинствующий э, исламский экстремизм, с которым США якобы борется по всему миру, на деле оказывается их союзником. Но частью сейчас, их планов, Владимир. Частью планов по дестабилизации. Может быть, мы скажем вещь несколько непопулярную, не очень очень приятный для тех, кто сейчас устраивает шествие в Москве в поддержку так называемой египетской революции. Ну, давайте разберемся без гнева и пристрастия. Что такое взрыв вот этой всей дуги, мусульманской дуги? Ислам радикально для штатов практически не опасен. Они сейчас за океаном, ислам антитехнологичен, у него нечем достать Соединенные Штаты. Для штатов, которые испытывают громадные трудности, очень удобно устроить пожар в Евразии, чтобы они на этой фоне этого пожара, даже проблемные США, казались ну, чуть ли не действительно тихой гавани. Ну, у нас конечно, плохо, а там ну, совсем караул. Вот. И в этом борьбе США очень умело используют интернет. И очень умело используют тупых вот этих вот горячих, но очень глупых оппозиционеров. Вы посмотрите на Египет. Ну, сбросили они бар. Люди-то хорошие. Люди-то хорошие, но не делают. И делали хорошее дело. Да, сбросили они Мубарак. А что в результате получили? Это тот же режим. Возможно, к власти придут либо радикальные исламисты, да. либо еще более проамериканские настроенные люди. Ведь вся Америка... пока, пока у них на шее остались те же проамериканские круги. А дальше то есть, получили фактически коллективного мубарака. А мубарак-то убрали, а остались жить так сказать, с той же нищетой, без тех же перспектив и с коллективным мубараком. Но если еще это не усидит, вы получите братьев-мусульман, которые вам устроят... А, а потом еще, еще бы, более да, а потом жизнь. будет повод потребовать, от ООН э, прекратить э, волну насилия, развернутые радикальными исламистами, а -а -а. и ввести туда какие-нибудь международные нацистские силы. То вот, есть, собственно, и все. То есть сейчас Соединенные Штаты, вы, я просто призываю к некоторой части все-таки оппозиции быть умнее. И не вестись на очень примитивные разводки. Не очень восторгаться, кстати говоря, Египтом, примерами Египта. Вы видите, кто манипулирует, что на самом деле так называемые революционные массы оказались околпаченными, одураченными просто. Так. Как говорил Черномырдин покойный, хотели э, как лучше, а получилось как всегда. Я отдаю должность Соединенным Штатам, они очень умело взнуждали вот эту оппозиционную волну. Вот. И поэтому, в общем-то, не надо вестись на очень примитивные посылы, надо все-таки думать и действовать гораздо более последовательно и, в общем-то, с умом. А Думаю... заодно помнить, кто и для чего придумал и внедрил интернет-технологии. Все-таки они шли запад, на восток, а не наоборот. Вот. И контроль над ними, он имеется. Значит, давно уже э, имеется так сказать, э, информация, которая распространялась в целом рядом СМИ, о том, что производители э, программного обеспечения имеют доступ фактически в любой сайт, в любой почтовый ящик имеет возможность корректировать все что угодно. Так что я бы посоветовал всем все-таки заниматься делом, а не только Твиттером. Ты... Вот потому что занятие чрезмерное занятие компьютерным телевидением, оно, к сожалению, чревато большими и большими неприятностями. Вот. Мы же постараемся заниматься исключительно делом, нашим русским национальным делом. На этой оптимистичной ночи, позвольте, завершить нашу сегодняшнюю передачу. До следующих встреч, дорогие телезрители. До свидания.